Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем играть в игру Тинникин. И давайте смотреть, где мы что еще тут не собрали. Так, мы какую-то кнопку носим от клавиатуры, не знаю, куда ее девать. Так, давайте посмотрим, куда это мы тут уже зашли. Так, а это что у нас такое? Опа, нифига себе. Короче, знаете, что я узнал? А узнал я то, что вот у нас рюкзак есть с пузырем. И он вообще тут очень странно называется. Пузыранец. Он, оказывается, ранец с пузырями. Ну так вот его тут решили назвать. Пузыранец. Прикольное название. Так, и сколько? Хватит мне? Да, отлично. Я открыл тут проход. Ну, подождите, подождите. Ты что мне скажешь? Мы долго строили этот храм, но будет ли он угоден Адвину? Ну, чувак, на самом деле, я даже не знаю, будет он угоден или нет. Смотрите, какая жаба прикольная. О, и как раз у нас маленькие тинникины. А, даже не тинникины, а как их там правильно зовут-то? Хрен тут запомнишь с первого раза. А вот это, короче, я даже не знаю. А, вроде как в описании написано, что это мыло. Так, что это за храм такой? Ни тебе шпили, ни контрафорсов, ни шипов, но все равно красиво. Ну, красивый, что ты тогда жалуешься-то, дружище? Главное, что все красиво. Так, хлебушек, как я его называю, мы тут собрали. И там, смотрите, кто-то заперт. Давайте, может быть, попробуем. А, нет, он не заперт. Что ты мне расскажешь, дружище? Не оскверняй стены этого храма, негодяй. Милорд, мне этого совсем не хотелось. Мои помыслы совершенно чисты. Но я же навозный жук. Вы же меня понимаете? А, значит, вот эти типы — это навозные жуки. Хорошо, мы уже, значит, будем знать. Это у нас, смотрите, жук-олень получается какой-то. И навозный жук. Наша работа — чистить грязь за другими, кто сам не удосуживается этим заниматься. Слишком много слов, слишком запутанным, прочь нечистый. Так, ругается, блин, этот жук-то. А чё ругается, хрен его знает. Вроде этот маленький жучок ничего такого не сделал. Так, а ты кто такой? Ну-ка, расскажи мне. Картинки с Адвином всегда можно повесить на стену и сделать из них алтарь. Так, ну, а я могу... Ага, я не могу эту картинку взять. Ладно, чувак, тебе повезло, что я тебя не буду тут обворовывать. Просто вот тут пробегусь и постараюсь все тут вообще. Тут надо все внимательно, абсолютно осмотреть, потому что, блин, в каждой жопе тут где-то что-то запрятано. Где-то что-то можно упустить. Вот посмотрите, вот мы сюда вышли, да? Тут опять кучу всего. Вот тут можно, вот тут просто... Эй, так, кнопку не надо. Так, у меня красненьких. Красненьких, дружище, нету. Вы что тут зарядку делаете? Секундочку. Почему щитники все время слышат Адвина, а ты нет? Пути Адвина неисповедимые. Он избрал благочестивых щитников в качестве своих провидцев. Так, это у нас богомол, походу. Фома, нам не дано сомневаться в путях Творца. А это Фома? Странное у них имечко. Так, ну они, короче, тут медитируют. Так, ну мне надо единственное у них забрать вот тут вот. Вот этот вот золотой кусочек. Неизвестно чего. А это что у нас такое? Так, и чего? Вы эту палку типа носить еще теперь будете с собой? А, ну ладно, носите. Так, я сначала по низу пробегусь. Стрекозы живут много лет и не обделены памятью. Да, я знаю, что ты не местный. Я наблюдал за тобой и видел в тебе неверие. Тебе не понять нашего рвения, нашей веры. Адвин правдивый. Тебе не довелось видеть чудеса, которые он совершает. Все мы живем и в его милости. Во тьме ночной Адвина... Адвин заделывает щели в наших стенах, дает нам хлеб насущный, хлопочет о том, чтобы мы выжили. Его могущество проявляется повсюду и не кончается нигде. Чуваки, вы что-то очень слепо верите в эту хрень всю? Так, хвала Нардину и жрице. Ардин, его имя Ардин, дубина стеросовая. Хвала Балдвину и жрице.
Балдвин, Артвин. Вы, короче, сами уже тут запутались настолько, что ни хрена не понимаете. Все, всему лица. Так, а ты что нам расскажешь? Это Бамблбор. Ну, прикольно тут отсылки к всяким известным персонажам. А нашим предкам Ардвин сказал: «Надменью и гордыни не предпочти смирение и сострадание, подлости и раздором, добродетель и помощь. Мне больше нечему у вас учить, вы сами будете себе праведниками. Теперь мой дом – ваш дом. Если однажды кто-то покусится на этот завет, помните мои слова и этот глаз. Ибо даже когда я уйду, я буду наблюдать за вами. Это мой долг перед жертвоприношением собой». Чуваки вообще максимально странные. Так, а мы тут... Ого. Так, там лежит очередной хлебушек, который я взять не могу. Это что такое? А, они сами принесли, прикиньте. Ух ты, квау. Так, чуваки умные у нас сами, прикиньте, замутили эту фишку, и мы нашли супер кусочек хлебушка. Прям очень много, 586, да? Интересно, мы 1000 сможем набрать тут или нет? Так, наш брат не слышит голос Ардвина. Мы, конечно, умом не, как там говорят, не пришли и ушли. Неважно, наверное, лучше не задавать щитникам много вопросов. Ну, я тоже так думаю, лучше с ними не спорить, потому что они там на своей волне. И что там они у себя в голове придумали, хрен его знает. Дядя говорит, когда у нас есть проблема, нам нужно помолиться великому Адвину. Или Ардвину. Адвину, короче. Но он никогда нам не отвечает. Может быть, он просто стесняется? Ну, может быть, он просто стесняется, а может быть, просто его ни хрена не существует, и вы молитесь тому, кому вообще не стоило бы молиться. Так, а мы, по крайней мере, вот, ай, блин, не смогли. Не смогли долететь и вообще в самый низ упали, прикиньте. Вот это да. Вот это печальненько, обидненько, досадненько, наладненько. Пробуем еще раз. Так, сейчас мы тут все пройдем. Нам надо красных чуваков как-то заполучить, потому что тут есть еще места, где нам надо популять ими. Так, и куда мы тогда запрыгивать будем? Давайте сначала вот сюда. Тут очень много желтеньких вот этих комочков. И вот сюда теперь. О, спасибо. Спасибо огромное. Так, идти где? Где? Где эта фигня? Вот она. Так, вот сюда надо бахнуть было. Так, и куда-то нам нужно было еще бахнуть. А, да, вижу. Только там 3 штуки. А, у нас всего 2 таких чувака. А, нет, 3. Смотрите, все ровненько. Тут все рассчитано. Свет, свечей. Нифига себе, достижения мы тоже получили. И опять нам надо туда лететь. Окей. Летим. Так, надо как-то... Ай, да блин, свалился, ну пипец вообще. Немножечко как-то неровно встал и сразу вниз. Зашибись вообще. Ай, да что ты будешь делать-то? Тут еще надо приноровиться камерой правильно пользоваться. Опа, так, опа, летим. Так, опа, летим. Так, а тут куда нам... Опа. Так, и нам надо... Во, все. Схватили. Отличненько. 686 золотых комочков мы получили из 1000. Это уже очень много. Мы большую половину собрали и можем отсюда выдвигаться. Но мы можем куда-то выйти. Да охренеть. Вот я даже не знаю, куда первым делом идти. Так. Какая силища? Мне очень приятно, что ты помогаешь, но постарайся не разрушить весь храм, ладно? Слушайте, ну я тут вообще как бы ничего не разрушал, так что идите вы в задницу. Так, без сомнений, песнь Ардвина — это наше благословение. Стыдно признать, но иногда она кажется проклятием. Не очень-то и просто заснуть, когда в голове постоянно крутится одна и та же мелодия, но зато мы можем передать ее другим. Некоторые думают, что песнь сводит нас с ума. Возможно, они так уж... Не так уж и далеки от истины. А. Так. Рядом с большой круглой реликвией тебя ждут мои товарищи. Вон там, видишь? Да, я вижу, но пока я не готов как бы тут с компакт-диском этим разбираться. Тут еще куча человек стоит.
Так, образ на реликвии – это тихоходка. Она точно где-то встречалась мне раньше, недалеко от других больших черных башен, рядом с загадочным прибором. О, нифига себе, мы на пружины эти можем вставать, прикиньте. Так, а ты чё, видишь вон те струны, прыгаешь на них, а не брынь, и ты уже в воздухе. Так, подождите, в воздухе я же могу вовнутрь гитары спуститься. Охренеть, тут целая куча народу сидит. Так, и что? Что это? Это и есть настоящий талант? Я ищу нечто новое, способное коснуться струн души, нечто притягивающее внимание, и вот она, передо мной. Так, ну ладно, вы тут развлекайтесь, ищите, что вам нужно. Блин, тут почти у каждого животного существа есть свои диалоги. Храму требуется учитель музыки, чтобы научить народ песни Ардвина. Музыкальное шоу, вот мой конек. У меня появилась идея. Давайте пригласим самую известную группу в доме. Жучил. Жучилы. Прикольное название. Такой клевый. Кто клевый-то? Так, они тут что-то поют. Спасибо, чего-то там спасибо. Так, вот так, вот так. Все, взорвали хлебушек. Так, и вроде бы мы все тут, да, вытащили из гитары. Теперь можно уже выбираться наверх. Ну что, погнали по гитаре. Опа, блин, тут... Тут надо еще вот этот вот кусочек мне захватить... О, отлично, мы сюда смогли пробраться. Ай, блин, а там еще внизу-то куча всего, педальки там сверкают, смотрите. А я не знаю, блин, и вниз надо, и вверх надо. Я даже не знаю, куда нам... Ай-яй-яй-яй-яй. Да нет! Серьезно? А если намыли? Нет, не, нифига, я дохну, прикиньте. Охренеть, вот это опасно. Ну-ка, о чем мне эта штука скажет? Будь осторожен с водой, твоему костюму она вряд ли понравится. Эй, девчонки, вы что-то стоите? Почему вы все время пялитесь на эту штуку? С ней что-то не так? О чем ты говоришь? Смотри, какая красота. Эти цвета, оттенки, глубина. Глубина? Да здесь только синий и желтый. Ты точно в порядке? Ты снова плеснула себе в лицо ту бодягу. Я вижу красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Само совершенство. Или почти. Недостает какого-то цвета. Седьмого. Может быть, голубого? Но это всего лишь оттенок синего. Но почему бы и нет? Как знать? Так. Короче, нам тут надо еще, видимо, ступеньку какую-то найти. Так. Отлично. Так, значит, вот эти штуки мы уничтожаем. Смотрим. Под разными углами, где мы чего тут могли пропустить. Так, тут мы вроде бы и были, а вроде бы и не были. Так. Мне не нравится то, что мы вот тут не все собрали. Почему мы это не все собрали? Остается для меня загадкой. Но мы сейчас это соберем обязательно. Так, стаканчик. Сколько у вас тут надо-то на стаканчик? Так, на стаканчик надо каких-то либо других чуваков. Так, о, сначала смотрите, сюда залетаем. Тут мы еще не брали. Не брали. Так, что ты мне хочешь сказать? Ты это слышал? Старина Довикан говорит, что видел чудище. Я своими глазами видел, как он оттуда выбегал. Он забаррикадировал щель и убежал с криком «Мамочка!». Да, сейчас мы достанем. Где там чудище? Где чудище? Эй, чудище, выходи. Так, я надеюсь, тут реально чудище не выйдет. Так, у меня закончились вот эти красные товарищи. И что мне делать? Эй. Это вот это вот чудище? Да это же мишка. Точнее, динозаврик. Сейчас я только вот этих товарищей возьму. Вот тут вот закончу. Кое-что делать. Что еще не доделают? А что я тут не доделаю? Так, я вот эту фигню не разбил до конца. И все, мы замок открыли. И у нас открылась новая локация. Теперь мы можем спокойно выходить на улицу. Ништячок, спускаемся на первый этаж, и у нас тут вот это чудище, да? Мы его нашли.
Блин, ну чуваки с кнопкой, конечно, еще те типы. Вот так вот у нас чудище выглядит. Окей. Его все боялись. И это нам для этого надо, типа, полароид принести. Серьезно? Вы стебетесь, что ли? Чтобы всем показать, что тут оказывается плюшевый динозавр. Эк, опа, все, 765 штук у нас собрано. Так, чувачки, вы бежите кнопку. Так, что-то не хватает, типа тут, да? Ай, блин, нет, лети сюда. Так, надо аккуратненько тут вообще, тут можно... Ай, все, у меня опять этих хрена закончились. Блин, тут их очень мало. Их очень мало, этих красненьких чуваков. А я, блин, не могу. Мне просто их не хватает. Ну так нечестно. Раздолбить эти фиговины не могу. Получается, мне надо... Так, наверх. Ох ты. Вот сюда можем залететь. Так, вот сюда мне тоже типа надо красных. А где ж мне столько красных товарищей-то найти тут? Ну вот, есть три штучки. Хорошо. Чего вы тут болтаете? Как только закончим, выберемся из этой провинции. Ты только взгляни на этот бардак. Я прошу нарезать яблоки, они превратили их в кашу. Они называют это яблочным пюре. Это их фирменное блюдо. Пюре, скорее пороти на него. Я так тоскую по столице. Хм, странные типы, откуда они приехали, а вы тут что базарите? А, гратен из лука, парея, пожалуйста. Вам сжечь или не допечь? Странно. Ну, окей. Тут очень все странно. Так, а что нам надо тут сделать-то? Стойте. А, я могу... Это клавиша? Нет. Это батончик шоколадный. Какой-то так, а как мне на эту штуку нацелиться? Во. Так. Получили. Ага, и все. И все, красные типы у нас закончились. Вот куда нам кнопку нести? И куда нам... Смотрите, они сами несут. Они стол куда-то несут с хавчиком, прикиньте. То есть они уже сами спалили, куда можно это все затащить. Причем, походу, очень далеко куда-то они это будут тащить. А это что у нас такое? Стоит тут... тут тоже, смотрите, запрятано. Охренеть, тут надо просто за каждый сантиметр смотреть. Иначе ты просто... Так... А мне типа кружку надо, что ли, шарахнуть? Ага, так, пропустили. А куда они эту печеньку тащат? А я же могу еще выше подняться. Блин, ну они уже печеньку потащили. Так, а стопудово тут что-то заныкано. Ага, вот, чувачки. Заныканы. И дальше что? По кружке надо долбануть, все. Мы, короче, вот так вот им проход открываем. И они потихонечку так прут. Опа, а я потихонечку нахожу тут кучу всяких нычек. Блин, ну я даже не знаю, кто-нибудь вообще на 100% уже проходил эту игру. Игра только относительно недавно вышла. А, мне надо вот тут сломать, да? Все, сломал. И типа, чё ты мне машешь тут? Привет, не видел мою дочь Мелодию. Мелодия не пришла к ужину, поэтому я решила проведать ее. Обычно она настраивает здесь это старое пианино. Она уже давно должна была вернуться домой. Я волнуюсь, лучше подождать ее здесь. Вдруг она придет. Возможно, кто-то знает о ее исчезновении. Недалеко есть ресторан Феликс. И че? Может, посетители ее видели? А, новая цель, да ты прикалываешься, что ли? Мне что, теперь в ресторан возвращаться? Ладно, пойду сбегаю, пока мне чуваки там тащат это. Блин, не клавишу вот сюда. Сюда не клавишу затащили, и что у нас? Открылся тут проход. Охренеть, сколько ж тут всего. Это просто задница. Я не знаю, как это все успеть пройти. Так, а еще под нами куча. Под нами куча всяких ништяков. Так, смотрим. Обязательно сначала осматриваемся. Чё тут где есть?
Тут, ну, тут просто много всего. Тут нереально, наверное, все сразу охватить взглядом. И теперь нам нужно опять подниматься. И вот так вот делать. И вот так вот. Оп, отличненько. Раз, два, ой, блин. Ну, всех просто. Приходится всех израсходовать своих дружков. Благо, мы вот тут еще новых с вами находим. Так, мы можем куда-то вниз спуститься. Смотрите, тут у нас тоже запрятано. Поднимаемся. И вот сюда теперь поднимаемся. Аккуратненько, аккуратненько проходим. Так, и что нам, типа вниз тут падать надо или что? Где-то тут что-то, скорее всего, может быть заныкано, да? Прикиньте, заныканы эти маленькие человечки тут. А мы могли бы просто пробежать мимо и ни хрена их не заметить. И нам бы не хватило где-то в другом месте уже этих чувачков. А если нам их где-то не хватит в другом месте, это прям будет беда. Так, у нас два прохода есть и 14 взрывающихся чувачков. В принципе, мы набрали много. И чё? Чё произошло? Фух. Я знаю, как обращаться со старым фортепиано. Обычно оно теряет настройку мелодии. Но не в этот раз. Из-за этого нервы как натянутая струна. Все из-за странной золотой монеты. Она запуталась в струнах. Я попыталась вытащить ее, но застряла. Спасибо, что вытащил меня. Не волнуйся, я знаю, где выход. Я оставлю тебе золотую монету. Может быть, ты придумаешь, что с ней делать. А, вот эта мелодия, которую мы должны были типа в ресторан сходить. Найти. А, честь не тронута. Найден экспонат для музея. Ништяк. Еще одно достижение мы даже получили. Вот так. Так, все. Выход у нас тут есть. И куда мы? Куда мы в итоге вышли? Куда-то. А, мы вниз вышли, да? Так, ну тогда аккуратненько падаю вниз. Раз уж я тут увидел целую гору ништяков, то почему бы нам их сразу не забрать? Так, хорошо, тут мы пропрыгали, и давайте вон там еще вот этих вот чувачков захватим. И теперь нам нужно, ага, вот тут еще нам нужно собрать. Блин, попробуй, называется, собери все. Да хрен ты тут умудришься, все, да давай. Фух, господи, еще бы чуть-чуть. Так, плавающий топор, охренеть, еще бы чуть-чуть, короче, я бы сдох. Ну, благо нам повезло. Так, и куда нам эту кнопку девать, я не пойму. Куда нам эту кнопку девать? Так, во-первых, нам надо расколоть вот тут. 931. Блин, мы прикиньте уже сколько до хрена собрали. Почти 1000 будет. Не знаю, нам дадут, наверное, достижения просто и все. А тут этих просто хреновин, а на самом деле намного больше. Прям вот значительно больше, чем нужно было. Окей, поднимаемся наверх. Тут еще нам кучу всего надо распотрошить. Так, во-первых, во, мы кого-то освободили. И нам открыли вот эту фиговину, по которой мы можем спуститься, да? Но мы пока спускаться не будем. Нам вот тут надо все захреначить. Ягодки какие-то висят. Так, где у нас еще ягодки висели? По-моему, еще выше. Если я не ошибаюсь, тут... Да, да-да-да. У нас тут тоже висело ягодки. 955, 45. Нам надо фиговинок. Так, а как мне... Так, мне... Ага, смотрите, нифига себе, я мимо пробежал. Ай, блин, и мне чего не хватает? Одного? Одного чувачка не хватает? Ну, пипец. Ну, это прям обломно. Когда тебе не хватает прям вот вообще самую малость. А еще наверх. Почему-то не могу нормально залезть. Ну, охренеть. Ладно, давайте тогда спустимся. Вот по этой фигне намыли. Юху! Так, спускаемся. И к гитаре мы, да? Так, чуваки. Я понял, что вам от меня до хрена всего нужно. Так, а ты чё тут? Очень надеюсь, что это был наш последний поход. Да, ты зря так надеешься. Так, а мне надо что? Мне надо, во-первых, вот тут вот. А, я думал, это
Розовая фигня, что ты мне скажешь? Они слышат песню, которую никто не слышит, и поет ее некто, которого никто не видит. Не знаю, у кого похожие проблемы. У здешних жителей и у богомолов и с чудиками. Так, мне вот они, чувачки, которые мне очень сильно нужны, а тут их как раз прям очень много. И теперь мне надо ехать опять туда, и там все закончится. Кстати, не понял, смотрите, там у нас под батареей еще. Под батареей у нас еще остались хлебушки, которые мы не собрали. Давайте уже их соберем, и на сегодня можно будет закончить. Блин, там еще напротив в доме. Кучу всего. Так, а вот это почему мы не взяли? А вот это почему мы не уничтожили? Охренеть, тут столько всего. Блин, сразу-то оно и незаметно, даже на глаза не попадается, а начинаешь играть, а куда-то поворачиваться. Оп-оп-оп, и у тебя уже какие-то новые тут фишки видны. Так, и нам надо, получается, как-то спрыгнуть вот тут аккуратненько на линейку, да? Опа, блин. Фух, я уж подумал, что сейчас упаду. Но нет. Так, аккуратненько все тут собираем. Все, все, все. Все. Тут мы тоже все собрали. 990. Нам еще осталось, типа, 10 штучек этих собрать. И, типа, блин. Блин, а мы же могли вон там сверху собрать. Давайте просто 10 штучек еще соберем. Ради интереса просто... посмотреть, что нам, может быть, что-нибудь дадут. Скорее всего, нам ни хрена ценного не дадут. Хотя, может быть, и достижение какое-нибудь новенькое. Так, аккуратненько. Аккуратненько пробегаем, бежим. Так. Тут пробегаем. Нам просто надо сейчас выше на пианино забраться. Так, все, ругаются они тут или что? Нет? Чё ты говоришь, спасибо, что спас мою маленькую мелодию. Это рухлядь невероятно опасно. По крайней мере, теперь мне известно, как открыть это проклятое пианино. Да, не за что, пожалуйста, я вам еще тут хавчик как раз принес. Можете похомячить за мой счет. Так, и чё, как раз 10 будет? Ну-ка. Ну, 1000. Да вы серьезно? Продлили? Типа продлили до 1500? А нахрена? Так, ладно, вот это ломаем. И чё у нас? Ага, вот, теперь у нас есть путь на самый верх. Так, чувак, чё ты мне хочешь сказать? До-до-до, биду-ду-ду-буду. Нет, нужно до-до-ши, биду-ду-ду-ду. А, шу-биду-биду-биду-ду? Нет, всё совсем не так, надо ещё поработать. А, блин, мы можем и вот сюда пойти вниз, спуститься на пианино? В смысле? А, ну да. На пианино. И тут как-то наверх нам надо пробраться, нам надо накидать тут четверых. И нам опять не хватает. Нам опять не хватает этих грёбаных... Вай! Блин. Ай! Так, а подождите-ка. А получается, я только сверху вниз могу, а снизу вверх ни хрена не могу на этом мыле кататься. Да? Если так, то, блин, не кайф. Вообще не кайф. Ну, сейчас мы это проверим. Я сейчас попробую еще раз. Может, я просто как-то криво встал. Но мне кажется, нет. Просто тупо... Да. Тупо не могу. Зато, смотрите, вот опять я отсюда... иду уже в другую сторону и нашел еще один секретик. А как мне туда? Вот. О, блин, да что ты будешь делать-то? Как мне теперь залезть-то? Ай, блин. И как мне туда попасть-то теперь? Ай, давай. Блин, короче, я еще и сдох. Так, блин. Не, ну давайте уже этот секретик заберем. Блин, то одно, то второе, то третье. Тут, ну, просто не знаешь, куда глаза свои деть. Куча всего. Везде какие-то маленькие... Блин, загляделся. Везде какие-то маленькие вещи спрятанные.
И они под такими углами расположены, что ты сразу-то и не найдешь ни хрена. Ну реально прям. Вот кто бы мог подумать, что вот тут у нас запрятан еще кусочек. 1600 мне теперь надо найти, зашибись. Ай, мне теперь надо наверх. Угу, все, я понял. Окей, наверх так наверх. Ай, блин, нет, хотя бы... Ой, блин. Отлично, хотя бы тут я... Опа. Ништячок. Поднимаемся. Блин, вот тут мне как забраться? Я не пойму. Так, мне там наверху надо. Блин, ну просто кошмар. Просто кошмар, сколько тут разных проходов есть. Вот тут мы еще, видите, не были даже. Опа. Вот товарищи, которых мне не хватало. Так, опа, опа. Так, так, тут собираемся. И что у нас тут? Это типа веревка? Так, нажми R, чтобы выключить режим дополнительной реальности в очках. Это режим дополнительной реальности? А смысл мне от него? Я вижу вещи, которые... где что мне тут надо сделать? Ну, окей. Ладно. Так, и что нам надо? Так, куда-то сюда. О, отлично. И теперь намыли. Вот, намыли, мы собираем теперь эти все фиговины. Отличненько, перемещаемся вот сюда. Оп, 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 и... Да, блин, у меня опять одного не хватает. Да что ты будешь делать-то? Да вы издеваетесь просто. О, ай, блин, не долетел. И сдох. Так, а почему не долетел? Жалко, но должен был долететь. Оп, оп. Аккуратненько спускаемся. Так, бежим куда-нибудь. Нам надо добежать, чтобы у нас произошло сохранение. Так, тут мы вроде с пола все забрали. Тут у нас очередной выход, куда нам, видимо, надо будет пройти. Мы уже по кругу почти всю комнату оббежали. Так, какой-то чувак стоит. Ну-ка, рассказывай. Это ты нашел малявку, которая застряла в пианино? Это нечестно, и я не смог бы туда поместиться. Ну, извини, чувак. Не смог, значит, не смог. Твои проблемы, а я вот смог поместиться. И поэтому я спас эту малявку. А ты вообще лох педальный. И нехрен тут выпендриваться, что ты что-то там не смог. Все. Я теперь герой тут. Так, а я по дереву ни хрена не могу. Ни хрена не могу забираться. Так, ну когда у нас автосохранение это произойдет? Опа, опа. Опа, опа, опа. Так, на гармошку. Так, тут у нас еще кусочек лежит. Так, тут пролетаем. Куда мы идем? Хрен его знает. Ребята, у нас просто тут завал. Завал из разных мест. Так, еще под нами надо проверить, чтобы ничего не лежало. Какой-то дезодорант стоит. Блин, я уже хотел закончить. Так. А у меня что-то... Блин, мне теперь наверх надо там, на полку попасть. Я не буду пока тратить. Ни хрена. Ни хрена не буду тратить. Во. Чё мы включили? А, мы открыли низ. Ё-моё, это просто какой-то кошмар. А, врубайте уже сохранение. Всё. Так, я был в темных пещерах, заброшенных подземельях и древних гробницах. Но это реликвия? Расщельна, где мы ее нашли, была настолько тесной и неустойчивой, что могла обрушиться в любой момент, что, естественно говоря, и произошло. Но за несколько мгновений до этого я увидела кое-что странное. В темноте на нас глядело огромное око, едва освещаемое оранжевым отблеском. Очень жаль, что нам никогда не удастся вернуться туда и узнать, что это было. Ну, тебе не удастся, а мне удастся. А я... Все, на этом заканчиваю. Сегодня мы очень много тут прошли всего. И
Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии, это помогает продвижению видео, а то что-то вы вообще совсем перестали комментарии писать. Просто глупо заходить в комментарии, и мне даже ответить некому. Давайте, ребят, поактивнее, будем проходить эту игру, она очень прикольно сделана. На этом все, до скорых встреч, увидимся, пока.